Такого количества бегунов не ожидали даже организаторы. Вместо планируемых 500 человек гонка собрала 1500 спортсменов. И это неудивительно. Погода не подкачала, а лыжню отлично подготовили к новому сезону. Сегодня мы проводим традиционное мероприятие – открытие лыжного сезона. Она всегда проводится в декабре, в преддверии манжурской гонки. Своего рода такая небольшая репетиция. Дистанция у нас давно подготовлена. Специализированная машина «Ретрак», она практически каждый день работает. И трасса поддерживается в хорошем рабочем профессиональном состоянии. Первыми, кто опробовал на себе непростую дистанцию, стали самые юные участники лыжного забега. Ребята остались довольны, но не обошлось без трудностей. Второй подъем, но он же последний, там он очень сложный, потому что там много народу и он более-менее узкий. Я просто пытаюсь ускориться, но обходить их все равно сложно. Максимальный маршрут в 12 километров предстояло преодолеть самым выносливым и подготовленным к гонке. Молодые люди были настроены решительно. Настроение отличное. Всегда с удовольствием приезжаю в Одинцово. Приятная, дружественная атмосфера. Спасибо. Конечно, будем бороться за победу. Куда же без поддержки? За результаты соревнований переживали болельщики, зрители и даже те, кто просто пришел погулять в парк. Теперь уже с уверенностью можно заявить, новый лыжный сезон официально открыт. В гонке принимают участие от мала до велика и царит по-настоящему спортивная атмосфера. Победители соревнований наградили медалями, кубками и грамотами. А полученные эмоции подарили отличное настроение и заряд бодрости. На этой трассе впереди еще два крупных спортивных мероприятия. Новогодняя лыжня и манжурская гонка. Анна Пряхина, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».